Самарские школьники не скрывают волнения. Задание для регионального этапа Олимпиады по русскому языку доставили из Москвы и держали в секрете до начала испытания. Единственное, что известно, задания не тестовые. Дарья Тюрина в Олимпиадах участвует ежегодно. На областной этап прошла впервые. Девушка мечтает стать журналистом, поэтому к изучению русского языка подходит особенно ответственно. Я вообще считаю, что это один из самых важнейших предметов в школе. А во-вторых, это обязательно предмет на ЕГЭ, поэтому, конечно же, в плюс писать Олимпиаду по русскому языку. Помимо русского языка, школьники проверяют свои знания по физике, химии, математике, обществознанию. Всего в программе Олимпиады 21 предмет. В этом году на региональный этап прошли больше 3000 учеников со всего региона. С каждым годом участников становится все больше. Мы этому очень радуемся, потому что победители и призеры регионального этапа по постановлению губернатора Самарской области получают не только такое моральное, но и материальное поощрение. То есть призеры 4000 рублей, победители 10 тысяч. Ну, это такой вот, такая поддержка разовая, очень важная для ребят. Школьники, которые покажут отличные результаты на областном этапе, отправятся на Всероссийскую Олимпиаду, которая состоится весной. Лариса Шалафаст, Станислав Левин, «События».